Меня зовут Котняков Виктор Петрович, я учусь на направлении педагогическое образование истории иностранный язык. И мой любимый учитель — это Соколова Наталья Михайловна. Она вела у нас русский язык и литературу. Понравилась она мне, потому что она вселила какую-то надежду в меня, веру, и поверила в меня и сказала, чтобы я в будущем стал учителем. Вот теперь я здесь.